Готовь сани с лета. Рассаду лучше готовить еще с зимы. Чтобы получить богатый урожай, подготовку грунта, семян и выращивание рассады надо начинать сразу после Нового года, говорят специалисты Федерального научного центра овощеводства. Для каждого вида растения свои условия, свет, почва. Грунт посыпается, во-первых, чтобы влага сдерживалась в самой земле, вот в торфе, что он покрывается, и влага не испаряется, и чтобы... Дольше держится, да? Да, и чтобы не зеленели бактерии, не развивались. Перцы довольно капризны. Их семена сажают одними из первых, затем помидоры, зелень, ягоды. В научном институте к каждому виду особое внимание. Экспериментируют, выводят новые сорта, наблюдают. На подходе к этапу рассадки – огурцы. Здесь уже по традиции их выращивают раньше положенного, чтобы к весенним праздникам порадовать горожан первым урожаем. Вот уже готовые, да, да, огурчики. Огурчики, что дальше? Вот с настоящим листочком. Сейчас мы их будем расставлять, расстановку делать, потому что смыкание первого настоящего листа. И нужно расставить, чтобы хватало растениям света. Угу. А как появится второй настоящий листик, вырастет до такого же размера, мы будем пересаживать их уже на постоянное место в теплице. Всего 7100 саженцев. Ранняя посадка требует дополнительного освещения и поддержания определенного температурного режима. Задача довольно сложная, но только не для профессионалов. На период посева, особенно в зимний период, обязательно температура нужна. Это 25 градусов, 24. То есть культура огурца очень требовательна. У него очень нежная корневая система. Поэтому чуть и он страдает. Либо погибает, либо поражается болезнями. Поэтому температурный режим очень важен. Каждое растение перед посадкой в теплице будет проходить строгий отбор. Поврежденные или увядшие листья, белый налет, слабый ствол – признаки болезни. Такую рассаду отбраковывают. Крепкий и хороший урожай – результат кропотливого труда и постоянного ухода. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».